Маргарита Олег... «На восходе солнца», читает Павел Беседин. Первый шорох, первый голос, первого дрозда вспыхнула и откололась поздняя звезда. Все зарделось, задрожало, расцвело у нас, а в Америке, пожалуй, сумерки сейчас, но, клубясь по всей Европе, отступает ночь. Новый день зарю торопит, ждать ему не вмочь. Мы с тобой стоим у входа завтрашнего дня. Ощущение восхода молодит меня. Так на том и благодарствуй, ранняя заря, утреннее государство, родина моя.